Так, всем привет! Сейчас небольшая распаковочка будет с Али. Одну посылочку я уже открыла. Так, и вот одной посылочкой мне пришли люверсы. Так, размер люверсов, по-моему, одинаковый. Это получается, наверное, 4 внутренний диаметр, а внешний 6. Так, и вот, значит, серебро, бронза. Один продавец, но вот так по-разному запаковано, кстати говоря, пакетики разные, золото и вот такое темное серебро античное. Они с колечками. Колечки я, вот, в принципе, не применяю никогда. Иногда приходится колечками, то есть это с обратной стороны надо его вставлять и зажимать. Но колечки я использую обычно как отдельный декор. Вот, посылочку я ее распаковала, потому что я ее, честно сказать, потеряла случайно, пока несла, и потом уже нашла. Так, книжка мне пришел. Это для, опять-таки, мастер-класса. Так, вот такой вот мишка. Ну что, довольно симпатичный, чуть-чуть ниточек. Вот. Стоил он. Но они разные цены. Можно и от 17 рублей найти, и там до бесконечности, до 250 и так далее. То есть цены совершенно разные. Как попадешь? Ну, я уже наподобие мишку другого немножко покупала. В общем, я сейчас заказала их несколько вариантов для декора. Это для детских мастер-классов. По-моему, они интересно декорируют. Можно и самим сделать, но тут немножко умудряться надо. Да. А можно уже вот такой готовый взять. Можно сделать по аналогии. В общем, я и так делаю. Так, следующее. Что такое? На бусы похоже. Тут не помню, что еще. Может быть, еще люверсы какие-то. Ну, какая-то. Нет, это кружево. Ага. Вот так вот оно. Просто на ощупь, да, бусы. Видите, не обманула. Ну, просто без пакета. Ну, чуть еле слышный запах. Небольшой есть, а неприятный, но не критично. Бывало, в общем, жутким мне приходили запахом. Здесь что? В общем, довольно большой отрез. Вот видите. Все свернуто, не буду уж разворачивать. И вот такие отдельные элементы можно использовать. Вот прямо разделить. Можно отдельно вот эти весюлечки использовать. Можно эти цветочки. В общем, можно разделить, а можно и как полосой. Фантазии, гора, да, как использовать. Ну что, кружу неплохой, первый раз его заказываю. Ух, песня. Так, и вот коробочка, может быть, это тональник опять пришел. Нет, вот, это подушечка. Ну, кстати, много я заказала, очень долго идут. Вот, в разных продавцов заказала. Потому что определенного продавца у меня любимого как нету. Иногда они вовсе пропадают, иногда сухие, иногда сырые, наоборот, слишком текут. В общем, все по-разному. Сейчас посмотрим, как это работает. Так, все блестит, вроде как должно работать. Если кто заметил, я в последнее время все фиолетовым цветом, как сказать, собираю, что ли. Вот. Ну, не то, что уж прям собираю, но просто я поняла, что у меня нету к фиолетовому ничего. Ой, она очень сырая такая. Да. Вот так вот. Чуть-чуть ее надо брать. Угу. Ну и так. То есть не засохшая, но если сильно вдавить, будет вот мазня, непонятно что. Тут уже вот вроде более читаемо. Ну, то есть сильно вдавливать не надо. Постараюсь оставить ссылочку.
Вот. Также у меня спреи, а теперь и воски есть фиолетовые. Закончилась бумага фиолетовая. Вот так бывает. Ну, такая небольшая распаковочка.